Сегодня готовим тонкие дрожжевые блинчики на молоке. Рецепт очень простой, а получаются нежные, очень вкусные, ароматные и ажурные блинчики. Эти блины универсальные и подходят для любой начинки, как для сладкой, так и для несладкой. Подготовим все необходимые ингредиенты. Молоко нужно предварительно подогреть, оно обязательно должно быть теплым. И если вы хотите получить блинчики послаще, то добавьте больше сахара. В глубокую емкость наливаем половину отмеренного теплого молока. Добавляем яйцо, сухие дрожжи, сахар, щепотку соли и перемешиваем до однородного состояния. Добавляем просеянную муку и тщательно перемешиваем. Получаем полностью однородное тесто без комочков. Добавляем оставшееся молоко и перемешиваем. В самом конце добавляем растительное масло и перемешиваем так, чтобы его не было видно на поверхности. Емкость с тестом накрываем крышкой и убираем в теплое место на 1 час. Тесто начало пениться, его нужно перемешать и можно начинать печь блинчики. Сковороду хорошо разогреваем и смазываем силиконовой кисточкой, смоченной в растительном масле. Выливаем тесто и обжариваем блинчик с двух сторон приблизительно по 30 секунд. Если есть необходимость, то сковороду нужно смазывать растительным маслом перед каждым новым блинчиком. Блинчики получаются ажурными, тонкими, эластичными, нежными и очень вкусными. Подать можно с вареньем, со сгущенкой, со сметаной, с красной икрой. Можно начинить эти блинчики мясом, творогом или любой начинкой на ваш выбор. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. Обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео.